Пять знаков зодиака, которые обладают редким даром самоисцеления. Они воплощают в себе уникальную способность восстановления и балансировки своего организма. Их способность к самоисцелению является исключительным даром, который они стремятся развивать и использовать во благо себя и других. Также давайте узнаем, кто эти знаки зодиака. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться на мой канал. А мы начинаем. Первый знак – Дева. Девы, знак Земли, известны своей систематичностью и организованностью. Они обладают удивительной способностью самоисцеления, благодаря своему аналитическому складу ума и способности к саморегуляции. Девы очень чуткие к симптомам своего тела и могут быстро заметить любые изменения. Это позволяет им самостоятельно идентифицировать заболевания и оценивать свое состояние здоровья. Они обычно хорошо разбираются в медицине и могут применять знания для улучшения своего состояния. Благодаря своей организованности, девы также замечательно справляются с режимом дня, питанием и физическими требованиями, что дает возможность своему телу самоисцелиться. Девы, ваш дар лежит в вашей способности к точности и самоанализу. По ведической астрологии, Меркурий является вашим планетарным управителем, даруя вам умение разбираться в деталях. Пользуйтесь этим для самоанализа, занимайтесь медитацией и записывайте свои мысли. Ваша способность разумного анализа поможет вам обрести внутренний покой. Второй знак Рыбы. Рыбы, знак воды, также обладают редким даром самоисцеления. Они известны своей интуицией и глубоким пониманием энергии, что позволяет им легко чувствовать свои эмоции и физическое состояние. Рыбы обладают эффективными методами самолечения, такими как медитация, йога или альтернативные методы лечения. Они очень восприимчивы к энергетике и способны работать с ней для того, чтобы восстановить свое здоровье. Рыбы часто имеют естественный талант в альтернативных методах лечения, таких как реки и озера, морские ванны или ритуалы с водой, придавая своему телу исцеление. Рыбы, ваш дар заключается в вашей способности соединяться с космическим потоком. Практикуйте медитацию, глубокое сновидение и работу с энергией, чтобы обрести внутренний покой и гармонию. Третий знак Овен. Овен – это огненный знак, который обладает необыкновенной силой и энергией. Они стремительны и амбициозны, а также обладают удивительной способностью заживлять сами свои раны. Овны обычно очень откровенны и прямолинейны, что помогает им быстро распознавать и принимать свои проблемы. Это позволяет им найти правильные решения и принять меры, чтобы восстановить свое физическое и эмоциональное состояние. Они также часто имеют независимый характер, что помогает им не полагаться на других, а искать свои собственные способы и методы лечения. Овны, вы рождены лидерами, и ваш дар самоисцеления приводится в действие вашим внутренним пламенем. В соответствии с ведической астрологией, Марс, ваш планетарный управитель, наполняет вас страстью и энергией. Используйте эту силу для внутреннего исцеления, обратившись к медитации и физическим практикам, которые сбалансируют вашу энергию. Четвертый знак – Телец. Тельцы – это земляной знак, известный своей стабильностью и устойчивостью. Они обладают естественным даром для самоисцеления благодаря своей целеустремленности и упорству. Они будут использовать все доступные средства и ресурсы в своем распоряжении, чтобы вернуть гармонию и баланс в свою жизнь. Также стоит отметить, что тельцы обладают особой чувствительностью к своему телу и добросовестно следят за своим здоровьем. Они знают, когда им надо отдохнуть, и не боятся взять время для восстановления. Пятый знак – Рак. Рак – водный знак, известный своей чуткостью и интуицией. Раки имеют уникальный дар самоисцеления, они способны позитивно влиять на свои эмоции и физическое состояние через свою внутреннюю силу. Раки очень эмпатичны и заботливы по отношению к себе и к людям вокруг них. Исследования показывают, что позитивное отношение и сильная воля могут оказывать огромное влияние на самоисцеление, и раки об этом знают. Они также обладают способностью к сильному внутреннему росту и личностному развитию, что также может помочь им обрести гармонию и здоровье. Раки, вы как Луна, обладаете уникальным даром управления своими эмоциями. Согласно ведической астрологии, Луна является вашим планетарным управителем и дарует вам интуицию и чувствительность.
Примите свои эмоции, обратитесь к исцелению через искусство, музыку или писательство. Эти творческие выражения помогут вам обрести внутреннюю гармонию. Ведическая астрология на самом деле предлагает нам стратегии и подсказки касательно каждого из знаков зодиака, чтобы помочь нам в укреплении нашего здоровья. Также, конечно, стоит отметить, что каждый человек уникален, и индивидуальные характеристики гороскопа могут иметь важное значение. Ведическая астрология показывает нам, что эти знаки обладают особым даром. Но помните, что самоисцеление – это процесс, который требует огромного терпения и дисциплины. Знание о вашем гороскопе и понимание своего тела и энергетического состояния поможет вам достичь гармонии с самим собой и использовать свой редкий дар максимально эффективно.